После того, как сошел снег, в саду, конечно, хочется видеть что-то очень красивое. И первое, что мы видим, это первоцветы. Я сделала небольшую подборку тех цветов, которые растут в нашем саду. Пролиска – это луковичное растение. Я его привезла из лесу. Галантус – также луковичное растение, очень красивое, оно первое. И если весна затяжная, то может цвести и недели три. Но если солнышко очень яркое, отцветает очень быстро. Иванда Марья или фиалка трехцветная также привезена мною из лесу, и рассеивается она замечательно. Фиалка – лесное растение, но с фиалкой надо быть внимательным, может заполонить весь участок. Поэтому время от времени просто убирайте лишние кустики. Очень красивая медуница, и мне что нравится, она не разрастается, но посмотрите, как красиво она вписывается в мой дизайн. Хохлатка. Тоже хохлатка белая привезена из лесу и хорошо размножается у нас. Примула. Их несколько разновидностей, и примула может цвести весной и поздней осенью. А вот это также лесное растение, ветреница лютиковая. Размножается не очень. Вот я посадила эту кучку, так она и растет. А вот частяк весенний меня радует. И вы видите, что пчелы слетаются и красиво украшает весь участок. Ну, а крокусы – моя любовь. О крокусах у меня есть много фильмов, смотрите. И что очень приятно, все цветы многолетние. Посадил один раз и радуйся всю оставшуюся жизнь. Правда, о крокусах надо знать немного больше. Всего доброго!